Вот такая картина маслом у нас имеется. Вот, оказывается, это мятины. Ну, теперь очередной будет, сказать, вмятины нарисованные. Вот, или еще. Ну, на таких людей не стоит обращать внимания, это я так. Наполовину в шутку. Немножко попиариться, похвалить себя. Потому что сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Поэтому вот так. Ну что, начинаем. Начинаем потихонечку работать. Распрямляйтесь. Ямки, вмятинки, большие и маленькие. Вот, чтобы вы легко делались. Вот, как мы видим, вот одна вмятина. Здесь ровно-ровно, и аж вон идут вмятины. А вот здесь вот уже вмятинок у нас нема. Нормально. Потихонечку, потихонечку, помаленечку. Все делается. И вон они везде только появляются у нас. Так что все будет хорошо, все будет нормально, только надо не спешить. Поснимаем немножко мы на крыше. Вот все, осталось у нас это вмятин. Просто вмятины остались, собственно говоря, там, где у нас идут усилители. Как бы там, где доступ есть, я делал. А там, где вот нет, допустим, они. Вот они видны. Я не полез. Потом буду подрезать. И вот тоже идет. Вот. А остальное везде все. Да, да, еще сюда, сюда, вот так. То есть, 20. еще, да. Еще, вот мы смотрим, еще, да. Ага, отлично, спасибо. Вот, и вот здесь вот видны несколько недоделанных. Это, опять же, вот под жесткостью не стал, и вот под этими вот усилочками. Ну, в общем и целом, то есть, просто здесь еще бы недоделано. Ну, на сегодня на уйдет, хватит. Вот, тут остались вот такие, как бы, немножко активные. Я их чуть-чуть туда-сюда поддергал. А так, конечно, видно, что более-менее аккуратно получится все. Вот они, вмятины видны. Вот они. Это как раз вот под усилителем они. А вот тут хорошо приклеенный, то есть его надо потом как бы срезать, подрезать мастер, чтобы туда зайти для ремонта. И это то самое, вот он, усилитель. Вот примерно вот в этой участке находится. Но тут тоже мастичка как бы не показалась туда. Вот так, а в общем остальное все уже видно, что... Потихоньку машинка распрямится. Очередной этап работы. Уже практически 70% сделано. Вот. Остались там кое-где по краям, там в удобных местах. Там. Ну, в общем, уже вмять на крыше осталось очень мало. Вот, в основном под жесткостями вот такие вот моменты. Вот, где-то еще немножко недоделанные. Вот, которые я не стал там особо замяться. Вот. Делал все подряд, а потом
делаем то, что как бы совсем хорошо и легко поддается ремонту. Вот, ну, уже более крыша прилично стала.